Утро для пассажиров 51-й маршрутки выдалось недобрым. Проезжая по Кольскому проспекту, автобус на скорости врезался в легковую машину. После удара «Газель» притащила «Фольксваген» метров на 50 практически до остановки общественного транспорта. По предварительной информации, водитель «Газели» двигался по проспекту Кольскому в сторону севера. Водитель «Фольксвагена» выезжал с улицы Пономарева. В результате столкновения пострадала водитель «Фольксвагена» и 4 пассажира маршрутки. Первую помощь медики оказали им на месте, после госпитализировали в больницу. Спустя время в соцсетях появилось видео аварии. И маршрутчик летел, и водитель легковушки поторопился, обсуждают ролик мурманчане. В любом случае проблем теперь хватает у обоих. Автолюбительница в больнице, водитель автобуса ждут долгие разбирательства. Другие участники движения тоже почувствовали последствия. Движение на Кольском проспекте было затруднено еще несколько часов. Анастасия Степанова, Александр Саницкий, ТВ-21+.